Всем привет, я Сэм Ван, вы на канале Сэм, что у нас сегодня будет будни моделиста, и это у нас 85-я серия будни моделиста, и да, ребят, вы можете не опоздать, у меня есть 1000 машинных Hot Wheels, да, чуть больше, поэтому всем спасибо, кто смотрел, надеюсь, вам это понравилось, 1000 машинных Hot Wheels прямо сейчас здесь. Вот, значит, сегодня я занимаюсь тем, что у меня освободилась одна полка. То есть моя полка в Avance Customs, но в принципе у меня вся комната в Avance Customs, вот. Но я имею в виду полка, на которой стояли сборные модели. Значит, сегодня, вы потом поймете, где они стоят, в это воскресенье я постараюсь снять это видео. Сегодня я собираюсь переставить некоторые машинки из тачек, ну точнее именно металлические мотеловские тачки. То есть вот эти вот, сейчас покажу какие, вот. Вот эти вот металлические мотеловские, они теперь у меня будут стоять здесь. Это моя коллекция, которую я собирал. Поэтому, как бы, она для меня много значит, поэтому я собираюсь ее сюда поставить. То есть, чтобы коллекции у меня были разбиты все по коллекциям. Поэтому сейчас я это и буду делать. Вот одна тачка упала. Ну, в общем, я этим сейчас буду заниматься. И, ребят, я вам так скажу. На данный момент, по крайней мере, я не знаю просто, что будет, когда я закончу снимать этот ролик. На данный момент... На канале 899 подписчиков. Ребят, давайте добьем 900. Там всего лишь один подписчик нужен. Подпишись, пожалуйста, и будет 900. И тогда останется ровно соточка до великой тысячи. Вот. И тогда, когда будет 1000, вообще будет просто разнос. В общем, ребят, все в ваших руках, как говорится. Еще один подписчик нужен. Вот. Ну и потом еще 100 до 1000. Ну а потом, как говорится, до миллиарда. Ну и так далее. Вот. Значит, сегодня я буду продолжать свои тачки, и мы с вами это будем, как бы сказать, делать. Вот, я сейчас сфоткаю кадр на превьюшку. Если вы хотите, я сделаю вам обзор на эти тачки, потому что, в принципе, это интересно. Вот. Скоро, кстати, да, не сегодня, скорее всего, завтра, ну, не знаю, короче, загадывать не буду, но постараюсь в ближайшее время снять сериал «Кладовка», продолжение. А то, что мы немножко забросили его. Но нет, мы его не забросили, мы просто ушли на отдых. Ну, короче, скоро все возобновится. Так, сейчас я продолжаю составлять. Значит, я буду это делать еще, наверное... Ну, сколько еще, наверное? Минут 5. Хотя нет, наверное, еще минут 2. Вот, поэтому сейчас мы все осторожно расставим, чтобы все было очень красиво. И все было, стояло, как говорится, презентабель. Это самое главное. Чтобы было приятно посмотреть. Так. И практически все. Пацаны, осталось 3 машинки поставить. Вот эти вот 3. А точнее даже 2. Вот. И тогда все, пацаны. Тогда уже, как говорится, будет все. Вот так раз. И 2. Все, ребят. Смотрите, какая красота у нас получилась. Все моя коллекция стоит теперь здесь. Теперь она стоит очень красиво. Вот, вот попугай. Марк. 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 Какой-то... Нифига себе у него морды. Так, короче, пацаны, мы продолжаем. Значит, давайте продолжим с вами. Сегодня я начну снимать новый влог. Вот, поэтому как бы скоро будет новый влог. Но, в принципе, влог будет и так скоро, потому что у меня же еще есть закрытый доступ. Кстати, мы, как говорится, опять... Тачка, которая падла, опять упала. Немножечко решили, так сказать, увеличить качество контента. Ну, в принципе, качество и так хорошее. Вот, но, короче, увеличить немножко производительность. И теперь видосиков будет выходить по 3 в день. То есть, два каких-то разных видосика. И вот, и будни моделиста. Ну, и в воскресенье, естественно, пожалуйста, будет... этот, как его зовут? Правильно, Ваван Лайф. Вот. Так, все, пацаны, теперь у нас все тачки нормально стоят, вот, только кроме вот этой вот. Я ее с помощью вас поправил. Дальше, дальше, пацаны, дальше что? Дальше я собираюсь немножко положить все на столе, потому что, в принципе, здесь вот лежит листик, на котором я, собственно, фоткал все... Точнее, ну не на этом, конечно, так, в общем, я на бумаге фоткал все машинки, которые вы и так уже поняли. Так, что дальше? Убираем вот это. Это все вот сюда. Это убираем, я даже не знаю куда. Короче, вот куда-нибудь сюда. Вот давайте это уберем. Вот. Значит, пацаны, нужно что сделать? Нужно нам с вами
Ничего не сделай, я шучу. Нам нужно с вами брать вот эти салфетки. Короче, нужно мусор уже скоро вынести. Но я его коплю. Зачем? Чтобы как бы его потом выкинуть. Логично. Давайте вернем сюда стул. Так. Все. И теперь я снова, как говорится, за столом. Значит, коврик для моделизма. И что я сегодня хотел сделать? На самом деле, я, честно говоря, даже не знаю, что я сегодня буду делать. Я что-нибудь бы сегодня сделал, на самом деле. Было бы интересно что-нибудь сделать. Но вот, честно говоря, я не знаю. Давайте посмотрим. У меня еще здесь есть некоторые кастомы Hot Wheels. Ну, точнее, не кастомы, а заготовочки. Я вот думаю, что бы сегодня сделать. На самом деле, я бы кое-что сделал вот с этой вот Honda. Вот. Правда, не знаю, что. Ну, типа, кастом какой-нибудь. Типа, круто. Вот. Пока что не знаю до конца. В общем, что-нибудь надо сделать. У меня есть мысли поставить ее вот на такие вот колеса. Поэтому, может быть, сейчас как-нибудь это все организую. Я уже, кстати, такой... Все, я придумал, пацаны. Сейчас мы с вами будем это делать. Значит, я прямо сейчас ставлю свой телефон на подставочку. Вот. Включаю лампу. И как бы мы смотрим. Значит, у нас есть скотч. Зачем нам скотч? Зачем нам скотч? Я вам отвечу, зачем нам скотч. Нам скотч нужен для того, чтобы приклеить к каждой тачке вот на блистер колеса, которые я хочу к ней приделать. Чтобы потом уже не выбирать, а уже можно было как бы раз и сразу делать. Вот так положим. И как приклеиваем. Так, скотч нам, как говорится, в этом поможет деле. И все. Так, теперь мы берем с вами ножницы и отрезаем скотч. Так, подклеиваем все получше. Вот, теперь, пацаны, тачка будет, как говорится, готова. С колесами стоять, ждать кастома своего. Дальше, давайте вот с этой тачкой решим вопросы. У нас есть еще Honda Civic, которую я повесил на лампу. Значит, что я хочу на нее, какие колеса? Я бы мне на самом деле поставил... Блин, честно, я даже не знаю. Вот я так смотрю. И сам удивляюсь от того, что даже не знаю, что поставить. Хм. Так. Но вот это точно нет. Вот эти, но это то же самое. Так. Нет. Ну вот я бы такие поставил. Хотя нет, наверное нет. Так, что бы я еще на нее поставил? Какие-нибудь... Есть какие-нибудь у нас крутые колеса? Особенно крутые, прям нормальные такие колеса? Наверное нет. Ну типа я имею вот такие для андеграунд стиля. Наверное, все-таки нет. Блин. Пока что не знаю, пацаны. Что-то хочется поставить, я говорю, что-то хочется. Но у меня на самом деле есть вот такие вот колеса. Поэтому, в принципе, можно их поставить на самом деле. Вот. Да, наверное, давайте пока что поставим сюда их. Вот, а в случае чего, если не понравится, я всегда могу поменять. Так, только давайте опять же все это приклеим. Так. Угу. Ой. И еще одно колесико дайте, пожалуйста. Так, все, вот они наши колесики, пацаны. Вот так как-нибудь приклеим. Вот. И отклеиваем скотч, как говорится. Потому что скотч нам везде помощник. Так. Открывайся, козёл. Он не открывает. Все, так открылся. Круто, я его открыл. Так, у нас... Сейчас я подожду. Так, продолжаем, пацаны. Так. И все, пацаны, осталась самая малость. Берем, как говорится, и заклеиваем. Все. Так, у этой тачки теперь тоже свои колеса есть. Вот у этой тачки я сразу прям готов. Вот эти хочу. Вот такие вот белые. Так,
Потому что у меня есть одна мыслишка с этой машинкой кое-что сделать. И мне как раз под это не найти белый диск. Раз, так. Все. И теперь приклеиваем на скотч. Так. Погнали. О, да. Так, все. Вот, пацаны, у этой Audi теперь тоже есть свои колеса. Так, дальше. Вот здесь. Тут на самом деле тоже есть уже свои колеса. Вот такие вот. Поэтому сейчас я их сюда загружу. Так. Надо теперь будет на барахолке высматривать какие-нибудь маленькие машинки, которые я на самом деле раньше не смотрел. Ну, типа пластиковые, от которых можно снять вот такие вот колесики, потому что они для Custom Hot Wheels некоторые полезны. Вот так. Тоже немножко вот так заклеиваем. Все. Далее. Так, вот у этой вопрос. Вот здесь у меня реальный вопрос, потому что здесь очень такие есть интересные колеса, которые я бы сюда поставил. Но на самом деле, их, знаете, их не так-то много. Но они, тем не менее, есть. Только их у меня, к сожалению, нет. Нет, пока что их у меня все-таки нет. Так, ладно, это пока что и отложим. А вот сюда я поставил вот эти вот колеса. Потому что выглядит прикольно. Хм, неплохо. Или вот такие вот. Вот, кстати, не знаю. Короче, пока что подумаю на самом деле. Но, скорее всего, они все-таки будут вот эти вот. Поэтому пока что я их при... У меня, кстати, они почти все есть. Это прям хорошо. Так, блин, жалко, что не все. Но почти все. Поэтому это тоже хорошо. И их я сейчас как-нибудь приклею вот к дну, наверное, этой модели. Вот. Пусть вот так вот они здесь лежат. Чтобы не потерялись. Это у нас тоже будет для кастома. Просто надо немножко уже как порядок навести среди своих моделей для кастома. Вот. А то что-то у нас все в беспорядке лежит. Мне так не нравится. Так. Все. Отлично. И следующее. Вот это вот. Здесь я тоже знаю, какие диски будут стоять. Так. Вот эти вот черные. Я хочу сюда пока что. Ну, по крайней мере, сейчас я хочу поставить их сюда. Если вдруг что-то, как говорится, по моему мнению, изменится, я просто их поменяю. Так, ну а сейчас самое главное, что приклеить. Так, вот. Теперь берем скотч и, как говорится, заклеиваем. Так, вот теперь хорошее дело мы с вами сделали, пацаны. Мы с вами прям это нормально сейчас так. Кстати, вот были вопросы, почему в этом видео не было кастомов моих, потому что это все-таки одинаковые машинки Hot Wheels, как бы они. Это отдельная коллекция, это не основная коллекция Hot Wheels, это отдельная коллекция кастомов. Вот, поэтому их там в этом видео не было. И, кстати, да, вопрос, видос, ответ на вопрос. Я надеюсь, что он скоро будет, пацаны. Честно, не знаю, с ним какие-то траблы пошли. Короче, скоро он точно скоро будет, поэтому ждите. Так, все. Он, точнее, уже отснят, вот только нужно разобраться, как его выгрузить. Так, вроде все, да? Или не все? Вот не знаю, на самом деле. Ну вот сюда я бы, кстати, вот такие вот колесики поставил. Вот, давайте сюда какие-нибудь такие колеса поставим. Типа, что он такой раздолбанный весь. Так, пацаны, мне нужен ГТР такой. У него вот эти вот колеса просто офигенно встают. Блин. Какого фига? Давайте все равно вот эти вот поставим, которые я уже выбрал. Так, все. Вот эти вот. Да, вот эти, вроде да. Все, вот эти вот. Это ГТР у нас. Я его не специально ломал, не переживайте. Просто он у меня сломанный есть. И скоро с ним все будет нормально. Скоро будет с ним крутая диорама. Так. Угу.
И можно еще вот это вот в придачку. Все, пацаны. Так, ну и последняя тачка. Вот все-таки вот с ней нужно решить вопрос, на самом деле. Я даже не хочу ничего решать. Я просто скажу, что я хочу вот эти вот колеса. И приклею к ней одно колесо, чтобы узнать, какие на нее колеса мне нужны. Поэтому я беру вот так и вот так делаю. Все, пацаны, вот сейчас уже, как говорится, все. Сейчас уже все нормально. Так, ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Иван, вы на канале Санчесона. Всем пока. Это была, так сказать, были, точнее, будни моделиста. Сегодня у нас они, так сказать, мы сначала разбирались с вами тачки, а теперь потом разбирались с кастовыми Hot Wheels. Всем спасибо, ребят, всем удачи и всем пока. Ну а сейчас время сложить все наши тачки. Так. Нормально мы сегодня, конечно, с вами дело сделали. Так, вот так. Теперь все видно. Вообще, для чего здесь все как бы лежит. Так, вот так. И вот так. Все, пацаны, вот такая коробочка. Всем спасибо, ребят, всем удачи и всем пока.